VR7. Я уже какой год пытаюсь запатентовать свой собственный способ разработки земли. Вот в этот раз, в этом году, я разрабатываю небольшой участок под палисадник. В прошлом году тут были куры, бройлеры. А в этом году мы начнем садить, ну, цветочки, может быть, и там какие-то огородные растения, в том числе здесь. У нас будет полупалисадник, полуогород. Вот. Ну, способ очень простой, у меня есть помощники. Я их загоняю, и они очень хорошо вспахивают естественным образом, так скажем, своими пятаками. Вот тут у меня сливная яма, я накидал шины, ну, чтобы они тут сильно мне не попортили. Вот. Сейчас они перепашут где-то в низких местах, я еще земельки подвезу, то есть выровняю все. Вот. И будет все отлично. Оставлю их, не знаю, я посмотрю дня на 2-3, может быть, здесь прям. Это чтобы для ночевки соломки куда-нибудь постелю. На улице уже тепло. Поэтому это уже проверенный способ. Можно использовать. Небольшая такая хитрость. Значит, чтобы сэкономить силы и время, нужно привлекать бригаду добровольцев, волонтеров. Вот такие дела у нас. Они работают добровольно, с радостью. Как тут и были, в общем. Все, перепашут этот участок, можно спокойно будет их куда-нибудь отправить, на другую целину поднимать. Все, вот такая идея хорошая, рабочая, между прочим. Применяйте у себя в своем хозяйстве. Пропахали. Видите, хорошо. А где она, картошка? Потом скажу, ну, пропахали, это в смысле не свиньи, а... Видите, да? Вот здесь вот тоже вот уже спахали. Смотрите, как хорошо, красивенько прям. Ну, спахали, в смысле, не моя плохо организованная бригада, а тут я других людей нанимал мотоблоком. В этом году решили трактором не пахать, а потому что в это. Может быть, потом вообще не будем трогать землю, потому что, ну, надо пробовать, да, как лучше. Что говорят, кто-то не спахивает, и у него картошка вообще не хуже получается, даже еще лучше. Тут у нас был просто целик. В прошлом году его взорвали трактором, вот, но были крупные куски, вот, а в этом году уже все измельчили, вот будем, короче, картошечку садить на всей этой территории. В этом году я еще перегноя навожу сюда, чтобы, ну, подкормить землю, уже несколько лет, перегной у меня куча есть, и получится, должно получиться нормально. В общем, это спахивали мотоблоком, поэтому мотоблок тоже хорошая вещь. Те ребята, конечно, так бы не спахали красиво, вот, но я думаю, они бы тоже тут порадовались. Они тут помогали нам картошку как-то копать, один поросенок, вот, так что вот все красиво выглядит. Сейчас вот скоро будем картошку садить. Ну все, до новых встреч в огороде на картошке с тяпкой.
Щекочешь меня? Иди, иди. Шик. 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 Шик.